Ну что ж, напоминаю вам хронологию сегодняшнего матча. Сначала футболисты Рубина отличились в первом тайме. Яковлев забил мяч. Но во втором тайме Лопатин вышел один на один с блестящей передачей Игнатова. Счет сравнял. Мруденко после углового сделал 2-1. А это Борис Цыганков! Борис Цыганков, шикарный удар низом в самый нижний угол. Ну попробуй достань здесь. 4-1 делает счет. Ну и третий мяч снова забил Данил Лопатин. Ну и Борис Цыганков делает счет 4-1. Метров с 18 в дальний. Умеет. Вот даже немножко